Это колода котов. А кот — это магическая субстанция. И он как бы, ну, не имеет в себе внутри ничего, этот кот. Ничего. А это могут быть коты, как другие люди, или вы. А в этой колоде котов есть карта, которая называется «Императрица». Я предлагаю вам войти в состояние этой карты, если есть желание, получить помощь от того, что вы очутитесь здесь, расскажете всей этой колоде, всем этим 78 возможностей, что вас тревожит, что вы хотите узнать о себе. И эта колода вам расскажет все, что нужно вам знать. А я сейчас приглашаю, если есть желание, стать вас этой императрицей на момент просмотра. Это ваш двойник. Он здесь побывает на раскладе. А когда расклад закончится, двойник вернется к вам и расскажет вам все, что нужно о вашем будущем. О том, что было, есть и будет. Тенденции помощи и тенденции, чего можно избежать. Итак, мы сейчас с вами ищем императрицу. Вот она уже и есть у нас. Императрица окружается двумя картами, очень интересными. С одной стороны, это ваша диагностика. Ваша энергия сейчас. С одной стороны, вот это вы, императрица, если вы пожелали побывать на этом сеансе воочию, вживую. С одной стороны, сзади у императрицы, то есть у вас солнце. Вот самая лучшая карта в колоде – это удача, счастье, успех. А с другой стороны – колесница. Это самая быстрая карта в колоде. Мы знаем, что на Солнце у нас есть такие волнистые лучи, а есть прямые, очень быстрые лучи. И именно быстрые лучи здесь, они активированы. Потому что карта колесницы очень быстрая. Это карта внезапной какой-то ситуации. Это когда мы не успеваем подумать, потому что мчится все вперед. Если так разобраться, так оно и есть. Все мчится с бешеной скоростью. Если бы мы могли это почувствовать, мы бы не пережили этого. Как быстро движется Земля вокруг Солнца, вокруг своей оси вертится. Это сумасшедшая скорость. Плюс еще весь космос мчится вперед. Но мы этого не чувствуем. Почему? Потому что мы часть Земли. Наше тело – это соль Земли. Поэтому мы это всего не чувствуем. Земля нас от этого оберегает. Но карта колесница показывает, что иногда так бывает, что эту скорость можно слегка ощутить. Это когда, например, вас поставили перед каким-то выбором, вам нужно срочно принимать решение, и вроде бы уже думать некогда. Вы боитесь. Но если бы колесница вышла рядом с плохой картой, было бы плохо. Потому что колесница вообще, она как бы, ну, изначально она карта нехорошая. Но все-таки у нас Солнце очень хорошая карта, поэтому рядом с Солнцем колесница приобретает чувство «жизнь меняется». Все меняется, все будет лучше и лучше. И перемены будут очень, очень скоро у вас. Я оставляю императрицу, потому что эта карта будет с вами разговаривать, если у вас есть на это желание. Итак, что же вам нужно знать? Что идут деньги к вам. Идут какие-то деньги новые, потому что паж – это новые деньги, и это деньги, которые раньше вы не зарабатывали в этой области. Или же деньги от людей, от которых вы еще деньги не получали. Идут какие-то деньги от каких-то других людей. Новые деньги. И опять карта колесница, видите? Расклад чудесный. Он показал, что эти деньги идут очень быстро.
И эти деньги могут сделать так, что вы куда-то или переедете, или перейдете на другую работу, или новую получите какую-то идею для работы. В общем, здесь я вижу, что к вам идут новые деньги. Хорошо, что еще вам нужно знать? А в вашем окружении есть рыцарь меча или будет, вот-вот будет. Знаете, этот человек может быть для вас опасен, потому что он размахивает этим мечом, вас устрашает. Например, какой-то продавец говорит, только сегодня это предложение, завтра уже не будет. Или же это какой-то человек, который, может, это колдун какой-то. Что такое колдун? Ну, любой человек, он, в принципе, когда на кого-то сильно разозлится, он может стать этим колдуном. Потому что, ну, проклятие какое-то, да, что-то такое. Это рыцарь меча, это человек, который решил, что вы что-то ему должны. Он решил, что он вас заставит что-то сделать. Это может быть как домашний, так и на работе. Это предупреждение, это карта предупреждения. И у нас еще один паж, это паж чаш. Паж чаш говорит о хлопотах любовных. Ну и вот тогда рыцарь меча вместе с хлопотами любовными просто представляет, не обязательно колдуна или негативного человека, а человека, который резкий такой, даже может быть грубый. Девочки, к сожалению, это любят, но я знаю почему. У меня есть много видео, где я рассказываю, почему мы, девочки, любим это. Это наша, к сожалению, история родовая. Грубый такой человек, который вам вот этой грубой энергией, она вас и будет возбуждать. Появятся хлопоты любовные, такой-то человек, знаете, такой много тестостеронов, я не очень по латыни умею, вы уж мне извините. Поэтому он такой грубый. Ну, мужчины, у которых очень много тестостерона, они такие пальцы грубые, голос грубый, вот такие они грубые, грубые на вид. Опять солнце. Расхват очень классный. Несмотря на вот эту негативную энергию, или же, может, и позитивную, может быть, вы хотели бы себе такого человека. Я вижу, что две карты, которые описали вас, они повторились опять. Видите? Колесница и солнце опять повторились. Поэтому солнце говорит, что есть сейчас в вашем пространстве Архангел Михаил. И он активирован, потому что вас нужно защитить от этой энергии, темной энергии нападения. Кто-то хочет напасть на что-то, на финансы на ваши или еще как-то по-другому. И этот человек хочет напасть, и поэтому Творец сразу вот на этих, на этой скорости посылает вам Архангела Михаила, который вас защитит от вот этой напасти, да, рыцаря меча. Рыцарь меча, может быть, знаете, такой человек, который оппортунист. Ищет, чтобы вас использовать, ищет, чтобы, ну, такое, короткая такая увлеченность, которая только к слезами приводит. И вот Архангел Михаил хочет вас от этого уберечь. Потому что есть какие-то хлопоты у кого-то, кто хотел бы познакомиться с вами, у него своей целью, этого человека. Архангел Михаил поставит эту стену. Здесь, видите, стена на этой карте. Потому что солнце, это Архангел Михаил, ставит эту стену, которая защитит вас. И вообще классная карта Луна, потому что когда в раскладе есть и Солнце, и Луна, это, конечно, счастливый расклад. И днем, и ночью вас защищают от негатива, во-первых. Но Луна – это карта личного пути, своих талантов, это карта, может быть, эмоций. Иногда бывает негативная, все зависит от того, какая дальше выйдет. А дальше у нас хорошая карта, десятка Пентаклей, так что Луна – это именно делать какие-то свои дела, которые дадут огромный доход и даже детям обеспечат их будущее и внукам. Потому что Луна – это вот этот талант, который вы наследовали от рождения. Этот талант вы будете использовать для того, чтобы заработать. Вы найдете в себе какие-то таланты творческие, жилки или же чему-то будете обучаться. А Луна тоже говорит о правильном питании, о питании себя. Где у вас Луна в гороскопе, в каком знаке зодиака – очень важно. Мои гороскопы нужно смотреть по Луне, Солнцу и по личностным планетам. Где у вас личностная планета? Поэтому лучше все 12 смотреть. Личностные планеты – это Марс, Венера и Меркурий. Меркурий – это ваш ум, а Венера – это ваша пассивная удача, и Марс – это ваша творческая жизненная энергия. Это неплохо, это самое лучшее. И вот часто Луна связана как раз с Марсом, с творческой личной энергией.
Вот, и я здесь вижу, что вы найдете себя. А пентакли иногда говорят о том, что что-то из этих параметров, что я назвала, или же восходящий знак в вашем гороскопе, то есть асцендент, ну, восходящий знак, что-то находится в знаках стихии Земля. Это Телец, а Дева или Козерог. Именно вот если посмотрите свой гороскоп, это можно вбить, программа есть бесплатная, там легко узнать, какой знак у вас находится на кусписе, то есть в начале именно такого дома, который отвечает за то, что будут деньги. И здесь нужно знать, что земные знаки у вас именно может быть там, где Меркурий, Венера или же Марс. Там что-то есть в земных знаках, например, Венера у вас в Тельце, да. Это очень хорошее положение. Или вообще по Солнцу вы Телец, Козерог или Дева. У вас будут большие деньги. Большие деньги. Если вы относитесь к знакам зодиака стихии Огонь, то есть у вас в знаках Огня находятся персональные планеты, да, Венера, Марс или же Меркурий, Солнце или восходящий знак, или Луна. Тогда я прямо скажу, что вам нельзя сидеть на месте. Вам нужно двигаться вперед. Луна – это как ваша личная жизнь. И Луна – это перемены тоже, да, знак перемен. Вам нужно что-то менять. Не сидите, не ждите. Или переехать, или перейти на другую работу, или поменять окружение в доме, поменять, может быть, свои отношения с домашними. Вам нужно что-то менять. А я говорю часто о переезде, но я же живу в странах других, да, там, где в основном все мои слушатели, то есть мы по всему миру раскиданы. И я понимаю людей, которые остались вот там, откуда мы родились, и которые переехали, потому что я из двух миров. Человек, который никогда не переезжал, он не может ощутить, он не может вот с этими агрегерами перемен взаимодействовать. И если человек, например, никогда не жил в демократической стране, он не может вообще получить этот эгрегор, понимать, как вот демократическая страна, как там, какой там дух. Он не может это пространство считать. Поэтому я часто считываю пространство, вы уже не обижаетесь, кто никогда не переезжал и не переедет никогда. Я считываю пространство, и у меня часто открывается, что вы либо эмигрировали очень давно, как я, либо вы эмигрировали недавно, либо, ну, если вы не эмигрировали, то вы переехали в другой регион, в другой город, сменили жилье и не один раз, или сменили работу не один раз. Но я говорю, это карта эмигрантов, все это знают, тройка жезлов, поэтому здесь об этом идет речь. У меня, я могу считывать пространство то, откуда я родом, я, кстати, из Украины, кто не знает, родом, то есть, ну, я уехала еще из Советского Союза, то есть советское пространство, прошлое советское пространство и уже нынешнее пространство, которое уже далеко не советское. Я его считываю очень легко, потому что я оттуда. Я также считываю очень легко пространство эмигрантское, откуда наши люди из нашего прошлого переехали. Поэтому мои расклады очень правдивые, особенно вот если вы вот так вот вам пришлось, как мне, например, да. Это карта эмигрантов. Она говорит, что вам придется либо быть эмигрантом по жизни, как мне, и сейчас многие новые есть. В огне у вас что-то есть, стихия огонь. Вот обязательно. Может, солнце, стихия огонь. То есть вы по солнцу, козерог, дева или же телец, или по луне. Вот. И, или же, если вы не переезжаете никуда, то вам все равно нужно что-то менять. Потому что... Например, вы живете в маленьком городе, и вы не имеете пары. Но там просто нет человека вашего, вам нужно переехать в другой город. Вот и все. Тогда вы сразу себе пару найдете. И так далее. Даже в село другое переехать нужно. Вот. Так что здесь уже было, да, для знаков много, для знаков Земля и для знаков Огонь. Если вы относитесь к стихии Воздух, а это у вас в стихии Воздух Солнце или Луна, это, например, вы близнецы, водолеи или весы, или же у вас личностные планеты в этих знаках, то это Марс, Венера или Меркурий в этих знаках. Но лучше всего асцендент, если вы знаете место и время своего рождения.
А то я вам скажу, что вы теперь прошли какие-то ужасные сложности. Вы ужасные трудности прошли. Стихия, воздух. Ужасные трудности. Вы просто вышли из негатива. И что сейчас? Высшие силы же видят, что вам будет награда. Вам сейчас идет огромная награда. Это десятка чаш. За все испытания, которые вы перенесли, вам будет огромная награда. Огромная награда. Вы будете очень счастливы. И, кстати, здесь тоже, если вот вы переехали, вначале ностальгия, тяжело, так все новое, язык, все так новое. А потом скажете, как хорошо, что я переехала, как интересно все другое. Все, это новая жизнь. У вас будет новая жизнь. Там вы себе найдете, может, пару. Там вы будете очень-очень счастливы. Но трудности вы прошли. Девятка – это вы прошли трудности. И у вас будет теперь все хорошо. И еще эта карта говорит о стихии, которая называется стихия вода. А почему я говорю так? Потому что эта стихия сейчас важная для вас. И для стихии вода вышел, во-первых, иерофант, во-вторых, тройка меча и, в-третьих, маг. Карта маг показывает сразу, что вы сейчас можете все в ваших руках. Маг говорит, что сейчас формируется ваша новая кристаллическая решетка судьбы, где вы маг. Вы встретите мага, человека, который будет для вас прекрасной парой, помощником, или же, может, это руководитель, который даст вам все возможности. Но маг говорит рукотворно, все в ваших руках. Сейчас, в это время, когда вы смотрите, карта Иерофант говорит, что нужно иметь веру. Веру и регламент, вот такой стиль жизни, где все по полочкам, типа, да, вот как у Иерофанта. И тоже веру. Нужно иметь веру и знать, что... Но доверять нужно вот здесь своим рукам по карте маг и своему уму, видите, трехъярусная корона золотая у Иерофанта, и своему уму доверять. И тогда вы выйдете из трех трудностей. Это может быть три человека, которые посылали вам... Это страшный негатив. Тройка меча — самая плохая карта. И когда на эту карту все, что всю мазь перекроет, на вот эту карту, три человека или три обстоятельства, что-то угрожало вашей жизни. У вас были очень большие препятствия. Вы большие муки перенесли. Это муки, огромные муки. И когда что всю мазь покрывает, на тройку меча выходит Иерофант, это самая лучшая комбинация. Это говорит, что сейчас произошло исцеление, да? Именно в рамках этого видео, Иерофант — это как сам Творец, исцелил вас. Исцелил и дал вам новый шанс. Это как, знаете, Христос когда-то говорил, родиться опять. Вы рождены опять. Вам дается шанс начать все с нуля и все сделать по-другому. То, что вы прошли, это ваше прошлое. Теперь у вас будет все в ваших руках, вы все сможете. Вот все то, что раньше не получилось, теперь получится. Это что касается стихии вода. Здесь рыбы, раки, скорпионы. Или же у вас... Да, кстати, правду сказала, потому что кубки — это и есть стихия вода. Это если у вас Меркурий, Марс или Венера в этих знаках, или же Луна и Солнце. Рыбы, раки, скорпионы. Ну, конечно, асцендент. Опять же, если вы знаете место и время рождения. Вот такая карта. Эта карта, конечно, идти вперед. И опять у нас Луна, видите? Луна у нас и все фазы Луны. Имеется в виду, что вы идете туда, куда вас зов крови. Да, вечный зов. Зов крови, вы туда идете. И этот зов крови может быть совершенно на другом континенте, потому что наша кровь раскидана по всему миру. И национальность — это придуманная величина, чтобы использовать нас. А здесь я вижу зов крови у вас может быть на других континентах. Вот там, где горы, кстати. Ну, намек на горы или долины, вот такие холмы. Вот это вы увидите, и вы поймете, что это ваш зов крови. И там вы найдете свою новую счастливую жизнь. Шикарный расклад. И для императрицы большое счастье. Это то, что вас ждет. Буквально у вас на пороге. Я очень счастлива это видеть. Сейчас, если есть желание, оставайтесь еще, присутствуйте в этой иконе императрицы. Присутствуйте в ней на секунду еще. Прикройте глаза, опустите плечи, доверьтесь.
Сейчас так сползает всякий негатив из вас, с вашей головы, с рук, с ног. Вы очищаетесь, открывается дорога. Уходят лярвы сущности, подселенцы, злые духи. Уходит проклятие, родовое проклятие, кармические узлы развязываются. С глаз порча уходит. Уходят подселенцы, джинны, сущности, оборотни. Все это уходит из вашей головушки, из вашего тела ментального, физического, эмоционального, астрального, духовного. Все это уходит, сходит. Вы полностью очищаетесь. А я благодарю Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от любого негатива, порчи с глаза и даже родового проклятия. Да будет так во веки вечные. Ну а сейчас можно взять эту императрицу и забрать своего двойника назад к себе. Пусть у вас все будет хорошо. Вы сейчас почувствовали себя очень легко, вернулась к вам ваша сила. Я вам желаю счастья. Для того, чтобы энергию сбалансировать, потому что это серьезная терапевтическая, магическая работа. Если у вас нет средств, там $1-2 в месяц, вы можете одним пальчиком нажать, своим пальчиком поделиться, share, и с кем. И поделиться этим видео с друзьями. Это сделать необходимо. Но если есть $1 или $2, можно всегда сделать супер спасибо во время просмотра, стать спонсором канала или послать донат на моем сайте. Я благодарю от сердца. Я знаю, что у вас все будет замечательно. Я знаю, что вы придете для того, чтобы получить помощь или просто для отдыха. То и другое полезно и хорошо.